едем на ужин. Олечка к нам присоединилась, приехала со своего Карлбада. If you stay here 1 month, then you need to go Vipassana. А, да, он говорит, если ты здесь пробудешь 1 месяц, тебе надо будет уезжать на Випассану, молчать и медитировать. Почти 8 часов. Все время, always, always, говорит, как праздник какой-то, фестиваль как будто бы. Время фестиваля. Вечером чуть-чуть попрохладнее стало. Very good, cool little bit. Not cool, but не так жарко. Не прохладно, конечно, но приятно тепло будет. Ага. Красивый такой. А, moon, very thin moon. Очень тонкий месяц, красный. Но мне не видно отсюда. Опять пахнет. Ага. Саши нас пригласил. Пошли смотреть. Саши нас пригласил на прощальный ужин. Мы улетаем. Олечка остается. Олечка, не то ты смотришь, не то ты смотришь. То все твои достижения на смарку. Мы чисто посмотреть, мы только посмотреть. Вот 1280. А пощупаться? А погрызть? А погрызть. Лапин. Смотри, какие коробочки, шкатулочки. Это барабанчик. Нет, но он внутри-то там какая-то декоративная шкатулочка в виде барабанчика. А внутри такой какой-то набор вот сладостей. Вот с такими наборами в гости ходить. Вот так. Красивые наборы. Стоит, значит, сейчас я скажу. 1000, ну 2000. Что такое пудина? Пудина? Да. Я не знаю. Чипсы. Пудина чипс. Соя. Вот соя, видишь, пудина? Точно, вот это название мне знакомо было. Я думаю, откуда я. Посмотрите, что вы хотите поесть, он говорит вначале. Я что-то так особо не голодная. Я чисто с вами пришла. Где меню? Чоли батура. Оля, смотри, какой фруктовый торт. Хотим, может быть? Пошли, короче, у нас еще одно меню надо взять. Вот он доклу ест.
Сочи, Тейбл Барта, Чоли Батура. Я пока не знаю. Панир Тика и Пепси. Ну, да, давай, может быть, панир. Давай панир Тика и Пепси. А maybe pizza and Pepsi. I want pizza and Pepsi. Панир что-то слишком жирно на ночь. Олечка, а что ты хочешь выбрать? Я взяла пиццу и Пепси. На самом деле я из Москвы, а я из Индии. Вот и познакомились. Завтра улетаю в Москву. Что? Завтра улетает в Москву. Завтра улетаете в Москву? Аэрофлотом? Как вас зовут? Кумар. Кумар? Да, да. У меня тоже муж Кумар, Шаши Кумар. Хороший ресторан. Я хорошо говорю. Я живу, сам туда приходил, покушал. Хорошая пища. Чистота тут. Чистая. Чисто, да. Отлично. И сладости рядом. И сладости, да, Банглафуд. Мы тоже это любим. Ладно, кушайте. Давайте, счастливо, Кумар. Хорошего пути. Здравствуйте, говорит, вы откуда? Я говорю, я из Индии, мы из Индии. А я из Москвы. Что-то все в мире перемешалось. Тебе соль теласи. Ой, какой интересненький. А что там? Чиа, наверное, семена чиа. Нет, какие-то специи, скорее всего. А, специи, да. Здесь офигенный чай. С кардамоном. Вот то, что мы купили, они его в молоке просто заваривают. Так вкусно. Дринк, дарлинг, дринк. Это как кефир со специями. Как кефир? Да, больше, чем кефир. Сюда бы минералку еще добавить. Руки мыли? Мама, мы руки мыли. Оля, мини тали называется. Это мини? Это большие. Не торопись. Ничего себе мини. Можешь есть целый час. Ой, я домой накупила вот таких штучек и дома себе делала с сыном. И Саши себе заказал мини-тали. You tell you... А где пицца? Иди вот сюда садись, со мной будешь есть. Я не люблю из одной есть, я люблю отдельную тарелочку. They have no plate. I will. When they bring pizza, I will put in mine pizza. Я не люблю тянуться вот так на это, на перекосяк. Вот, да. Спасибо, thank you. Take more, I don't eat much. Хорошо. Вот так, в принципе, одного хватает на двоих, но... У нас еще пицца. А это... Если ты накушаешься, можно в кофе забрать. А, ну да. Вот именно. Бунди Райта. Я накушаюсь, конечно. Я не подумала, что он себе так много заказал. Большую такую талию. Это мини называется? Здесь мини. Мини? Мини-бикини. Угощайтесь. Такая милая. Такая милая. Красивая. Very nice. Thank you. Yeah. Indian pizza. Индийская маленькая пицца. Not Italian. Попробуй, бери. Пиццу так и не съели, ни одного кусочка завернули с собой. Возьмем в аэропорт. Оля вообще ничего не съела. Чего-то мы ее теряем. Едок не очень. Во всех смыслах. It's a name mini, but it's not mini. Да, это называется мини, но она не мини тали, конечно, большое тали. Thank you. Давай, я тебя буду водить за руку. Лапа. Бангала Свит Хаус. Пошли. Пошли, что не разрешает идти.
Здесь светофор, кстати, есть. Он как-то странно. Поэтому не разрешает, да? Теперь разрешает. Но транспорт тоже едет. Нет, нет, нет. Ты хочешь айскрима? Нет. Какой сладости ты хочешь? У нас сегодня отвальная. Смотри, какой. Какая печенька за 42, за 20. Чок брауни 55. Всякие булочки. Тут вообще все диетичное, бескалорийное. Ой-ой. Ой, кстати, мы пробовали вот такие вот штучки. Это банан. Да. Банана-чипс, но они с черной солью. Какая вкуснятина, банановые яйца. Да. Или банановые личные яйца. Бананы. Да, или личные бананы. Очень вкусно. А ты что хочешь? What would you like? Я хочу купить конфеты, чтобы они были остренькие. Мама, I like it with chai, take home, cook. Попробуй. А, это вкусно, да. Very tasty. Горяченький такой слоеный пирожок. I don't like spices. I like with chai. Он уже купил две коробки сладостей домой. Вот этот кекс вкусный. This cake tasty. Очень, да. И вот этот тоже очень вкусный. Угу. Ну и вот эти вот, конечно же. Да, 380 рупий килограмм ладу моти чур. А вот это гигантский ладу, гигантские шарики. А это малпуа. Это подобие блинчиков. Их делают не просто на сковородке, а заливают масло кипящее, а потом сироп. И получается вот такая малпуа. Конечно, очень калорийная. It's pickle. Pickle. Пиканты. Он говорит, да, и протягивает руку, а он потом будет не пиканты. This pickle. Это сольцы всякие, вещички. Он говорит, в это время раньше не было места тут, все время было занято, люди столько сладостей покупали. Сейчас бизнес down у всех. Ласи, 70 рупий килограмм, стакан. Давайте, Ласи, поедим. Я сладкое не люблю. But if you drink, чего хочешь? Become heavy. Here is last. That's it. Here is two. Two last food. Two one. No. Half. Okay. Двадцаточка. Переберу. Ой, это львы Ашоки, да. Вот это вкусно. Ой. Let's try пани-пури. Не хочешь? After eating пани-пури много. После еды не хочешь пани-пури. Ты же говорил, что это не еда. Как много-то. Где? Где раунд? Не-не-не-не.
Что так много? Ой, там очень вкусно, очень. Да. Угу. Он говорит, хотел купить килограмм, но у них не хватило. Этого не было килограмм. 600 рупий. И вот это, этим ему добавили. Ну ладно, у него там много друзей, к ним отнесет. Хочешь? Мне еще печенье, что мы купили, оно домой улетится. Да. Ага. We have time? No? Хорошо, давай. Оля, куда ты, Оля? Он переживает вначале, он хочет, чтобы мы тебя завезли, а потом вернемся на Мейн-базар, потому что ты еще сама толком не знаешь своего месторасположения. Мы тебя высадим. Мы как сидим, нормально? Yeah, normal. Все нормально, да. У нас... Normal. Так а что, мне хорошо высовываться, я снимаю. Он говорит, что мы будем по тебе скучать. Мы тоже будем по тебе. Да. Очень хорошо провели время в Ришикеше, в Дели. Приезжай в Путапарце. Или в Гоа. Ой, там будет вообще весело. На домах кондиционеров просто понатыкано. Даже ночью так много людей. Не, мы сейчас едем на этом же рикше назад. Правильно, за рикшу. Олечка, мне хорошо. Всё, давай, спасибо за поддержку, за компанию. За компанию тебе спасибо. Спасибо огромное, мои дорогие. Берегите себя. Take care of yourself, okay? And if any problem, you phone us. No problem. Да. Спасибо. Хорошо вам за дороги. Ага, да, звони, будь на связи. Так. Bye. Ну, теперь паковать чемоданы. Макдональдс, такая очередь. Домой берут. Набирают. Пытаются с Макдональдсом. Ну, шумный райончик Ольга переехала. Noisy area. But for business, very cool. Так, ты хорошо говоришь на хинди. Я из Индии. Тут останавливаются прямо так вот поболтать на светофоре. Все, поехали. Случайные попутчики. Давай. Собачка. Привет. Как дела? Хвостиком машешь. Пошел манго купить немножко. Хочу вечером, как десерт после ужина, съесть манго. И пойду паковаться, дорогие друзья. Наверное, на этом и попрощаемся. Сейчас, наверное, спать не буду даже, пока упакуюсь. 3 ночи такси, 6 самолет. И в 9 утра мы будем в Бангалоре. Все. Всем пока-пока. Берегите себя, берегите друг друга. Мир вашему дому. Only don't forget this our sweet. И там еще у нас пицца и какие-то его хрустяшки, грызки. Тоже не забыть. Увидимся утром.